Так, ну что ж, всем привет. Продолжаем играть Pass of Exile. Сейчас нам нужно с вами пройти уже последние два акта. И далее я переключусь на другую игру. Найти вход в храм Аракали. В общем, мы в предыдущей серии открыли вход на второй уровень храма. Сейчас мы туда вернемся. Нам, кстати, нужно отнести светлячков и не ко входу в храм. Слушайте, а почему я хожу в этом? А, я оскверненную шмотку, да, делала? Что-то я вся фиолетовая какая-то ужасная. Ну, ладно, пойдемте. Так, у нас вот здесь храм. Быстро надо пробежать нам туда. Запретные покои. Это у нас оскверненная пещера, вам. Тут грибочки растут. Грибочки растут. Сфера усиления. Мы сами от своей молнии, что ли, умираем? Не пойму. Он не против стихии, кстати, к сопротивлению стихиям. 35%. Наверное, какая-то скверна тут. Место яда забирает жизнь. Это было неизбежно. Почему меня выкинуло-то? Блин, я попробую еще раз. Босс какой-то тут был, да? Он устанавливал тотемы. Так, а почему? Там портал не открылся. В каждой пещере в конце портал же должен быть. Разве нет? Почему я своим ходом выхожу отсюда?
порядок. А вот. Я думаю, что-то я вроде бы не добрала. А, осквернена. Тебе удалось найти место отдыха Аракали. Это хорошо, но дух говорит мне, что мы до нее не доберемся. И без помощи нить ее платины сотканы из веры и страха. Они слишком крепкие, их не разрежешь и не порвешь. Изменение еще параллельной реальности. Какая-то способность здесь появилась. Тут на стандарте вообще все за предыдущей лиги, все вместе. Так, светлячки такие яркие, сочащиеся пламенем. Теперь надо провести обряд. Предупреждай отойти. Господи, что происходит такое? Не дали мне поговорить. Все время так. О, карта выпала. Шеллок связался с Аракали, древней богиней Вал. Войдите в храм Аракали, спасите его. Вообще хотел следующим заданием это выполнять, но... Светлячков я уже давно откладываю. Все никак не дойду. А что со светлячками-то? Она прожгла вход в храм. Разложение, вот в чем смысл. Ладно, пришли сюда, пошлите убивать эту мать, освобождать шелка. Мать пауков. Который раз мы уже ее убиваем. Первый раз мы ее убивали. Если это другая, покрупнее будет самочка. На нашу голову. Почему освещенный путь-то не работает? Поймали животное. В принципе, не надо. У меня же раньше работало. Почему здесь не работает? Здесь работает, а здесь не хочет. Так, големы молнии. Призвала их.
Ребят, кому интересно, подписывайтесь на мой инстаграм. Так, а ты чё стоишь? Я группой ВКонтакте не занимаюсь. Я сейчас короткие видеоролики выкладываю в Инстаграм. Вот так вот. Алтарь. Наш храм разложения был построен с тем, чтобы мы, ее избранники, стали подвижниками своей великой богини и присоединились к погоне за тайнами, которые хранят от нас жизнь. Растрачивая сексуальную энергию, да, только на похоть. Это ваш ресурс. Нужно знать, для чего нужна она. Это энергия. Так, он с нами Инар теперь ходит здесь. Здесь, наверное, еще этот лабиринт испытаний, да? Скорее всего, так и есть. Свитки мудрости выпадают. Инар какой-то молодец. Давно заметила, что твоя помощь не бывает лишней. А я думала, это Инар там стоит, оказывается, нет? Это нам не друзья. Так, у нас здесь проход на следующий уровень. В прошлый раз здесь решили не идти, а обойти. У нас как раз вот этот монстр ждал, поджидал. Они боятся огня, пауки-то. Так, а что это у нас тут? С сундука, как мне обойти сюда? С другой стороны обошли. Продадим, продадим. Костяной сундук. Это купис. Ну ладно, на следующий уровень пошлите.
Отлично. Беспонтовые костяные сундуки, в которых что-то ничего полезного-то и нет. Вообще ничего нормального не выпадает. Беспонтовые сундуки. Так, активируем. Че, еще не всех убили? Ты убил ее? Молодец. Она меня чуть не убила. Эта тварь. Паукообразная. Здоровье за удар. Блин, столько сундуков, все бесполезные. Хоть что нормально выпало. О, сфера удачи. Редко, конечно, падает. Редкости всякие. Забыла совсем про эту крутую способность, освещенный путь. Так, давайте сначала этих убьем. Чё-то я горячилась. Открыл тут всем двери. Добро пожаловать. Почему она мне не использует способность-то мою, блин? Освещенный путь. Не могу понять. Почему-то она мне не хотела на них использовать. Освещенный путь. Странно. Использовалась. Заглючил, что ли? Не раздражает, когда я пропадаю.
Ну, сейчас просто настроение так себе, поэтому могу психовать. Но я знаю, что через 2 дня, через день я не смогу поиграть, поэтому лучше это и сделаю сейчас. Я ждала, пока это у меня дурацкое обновление опять загрузится, очередное. У меня что-то со скоростью сегодня вообще беда. С интернетом. Почему? Не использует иногда. Вот. Энергии что ли не хватает или маны, я не пойму. Долго она тужится, никак не родит мне заклинание. А, просто на Т. У меня же была связка, я думаю, Ctrl-T. Ладно, все без проблем. Понятно, почему она так долго напрягалась. Из-за этого я пропала. Никак не могла свой священный путь использовать на крутую способность. Это меня в последнее время выручала. Способность на все времена. Особенно против вот этих вот. Изобретений. Это, оказывается, механизмы. Это не живое существо. А, вот там вот я комнату не осмотрела. Что это такое было? Вот в обход-то попёрлась, найти шелка. И Аракали. И пауки ее защищают, а всю великую мать паучиху. Так. Застывшие. Сейчас, подождите, сначала с этими разберемся, которые лезут со всех сторон, чтобы они мне тут не мешали. Вот этих тоже. Не хотела их активировать, поэтому мы издалека держалась. Сущность. Обычного в редкий.
Почему все способности мне просто берут, умирают? Ну, жива. Нико. Там нам врыть, прорывать проход с помощью ползуна в шахту. Че, я не могу на такое расстояние телепортироваться? Не могу. Окей. Че я там не проверила-то? Минус опыт будет, если пропадем, а этот не лишний. Так, а мы что, вернулись-то? Я же уже здесь была. Я что, опять поднялась на уровень выше? Найдите залежи вольтаксо-сульфита. Может, и хорошо, что я сюда вернулась. Мы сульфит здесь нашли. Этого я его пропустила. Или я все-таки не вернулась? Я же у кого этого алтаря уже была. Так, 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 так. Это вот мы на вершину уже поднялись. Я уже не хочу с ней драться. Вершины поднялись. Ника. Здесь тупик. Големы мне помогают. Амулет. Так, у нас тут сульфит. Нико, сейчас. Все поочередно. Это пауки, правда. Посложнее будут. Что-то перестал вообще все собирать, нафиг надо. Все равно второй раз за другой класс, наверное. Я не знаю, у меня же профиль останется в далеком будущем. Может, у меня еще появится желание такое. В общем-то, не исключаю. А пока все. Я наигралась. Пас в экзамен, хочу поиграть в что-нибудь.
другое. Еще одна карта. Я не люблю вот этих львачек. Ремень какой-то. 35 уровень, 121 к броне, максимум здоровья. Да блин, у меня все способности пропадают. Нужно перекрафтить тогда. Пересобрать нашу экипировочку в лагере, а не здесь. Все способности исчезают. Там ко всем характеристикам. Увеличение идет характеристикам. Мы здесь еще не были. Сундук 1, сундук 2.
то, что мне как раз нужно. Резец картограф. Который выпадает крайне редко. Да, можно телепортироваться, в принципе. Ремесленный рецепт. Не в ту сторону пошла. Так, ну малыши мои, глупыши. Все разойдитесь. Так, что это такое? Учиха за мной тут ходит следом. Очень мало вероятно, что оттуда выпадет что-то ценное, но все равно их открываем, потому что же интересно. Я не могу отсюда телепортировать, ну-ка. А, не получается. Ну-ка. Зимняя сфера, кстати, усиливает мои способности. Мне не нравится эта шмотка, я ее продам.
Так, это проход на следующий уровень. Удачи. Что у нас выполнено? Сундук. Так, паучок. Так. А я даже не использовала мышку. Просто она телепортировалась в ту сторону, куда она была повернута. Поэтому у меня раньше не получалось. Мы отсюда пришли, да? Угу. Дойдем туда. Обратно. Бесконечный лабиринт. Ты вашей матери, паучихи. Oops, clumsy me. Их многовато тут было. Не успел сбежать. Так, погодь, погодь. Пойдем с этой стороны. Тут я все смотрю. Какие-то грибы странные тут растут. Тут вообще, в принципе, в мире фэнтези может быть все странное. Ну это что-то фантазия. Может быть, кто-то это притащил из своего внутреннего мира. Осознанное сновидение, все такое. Кто в теме? Кто все-таки своим внутренним миром или... миром других людей интересуется, когда знакомится или с кем-то дружит. Для тех, кто в теме, да? Для тех, кто не верит, что у человека есть душа, как... не знаю, у вас там свое какое-то видение, которое мне непонятно. Да, сейчас люди, я обратила внимание, есть такие, которые думают, что с приходом новых современных технологий любовь не нужна. Для меня это как сознание маленького ребенка. Я так не рассуждала. Ну так дети могут рассуждать, им позволено. Я в детстве многое не осознавала, но у меня были вопросы, на которые мои сверстники или родители не могли дать ответа. Потому что у меня было свое мировоззрение, но я искала ответы. Тогда я была в поиске. А сейчас я уже не ищу.
Поэтому мне забавно. И даже с иронией глуповато осознавать, что некоторые люди думают о том, что с приходом новых технологий любовь не нужна. Так только машины могут рассуждать. Но, к сожалению, так у нас на Земле рассуждают многие люди, оказывается. Для меня это дико. Я не знаю, что должно произойти, чтобы я так думала. Если вот только меня переделали киборга, да? Я забыла, кто я. Вполне возможно, я могла так думать. У меня была бы чужая память и чужие воспоминания.